В очередной 9-й серии сериала «Тест на беременность» 2-й сезон Наташа с Андреем спасают оставленного в школьном туалете младенца. Бахметьева находит среди старшеклассниц его мать. Девушка сама чуть не погибает. Женя ставит школьнице диагноз и раскапывает шокирующую правду об отце ее ребенка. Руслан с Андреем вместе проводят уникальную внутриутробную операцию по спасению двойни. Узнав о расставании Бахметьева с Лазарем, Колмогоров предлагает Наташе вернуться к нему, обещая любить Мишку как собственного сына. Женя с Майклом вычисляют, чем более Наташин сын. Мише необходима трансплантация костного мозга.